Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новое обновление под номером 12, а также про новый осенний сезон. Что же нового принесло это долгожданное обновление? Во-первых, наконец-то нашелся раритет LEGO, это Porsche 911 Turbo. Также в игру было добавлено 4 новых автомобиля. Это 2 Aston Martin Super Leggera из Агата, и 2 Volkswagen 67 Type 3 и Karmann Ghia. Ну и в целом с обновлением все. Также было исправлено кучу мелких недоработок, на которых я ваше внимание заострять не буду. Лучше расскажу вам про новый осенний сезон. За прохождение сезона на 50% вы получаете новый Volkswagen Ghia, а за прохождение на 80% Ford Crown Victoria. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Cadillac Escalade, а за прохождение на 80% Mosler MT900S. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате осенних игр вы получаете шлем Кеноблока. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном автокроссе у водопада Watt Water вы получаете гоночный костюм Кеноблока. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринте на фестивале Horizon вы получаете автомобиль BMW M6 Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом автокроссе в Gardens вы получаете новый автомобиль Volkswagen Notchback. И за первое место против драйватаров уровня опытный в спринте в Амблсайде вы получаете автомобиль Maserati Type 61. С чемпионатами все, теперь я расскажу про новые сезонные выходки. Первая выходка называется Brookside. Это скоростной участок, в котором вам необходимо набрать 236,6 км в час. В целом у меня он сложности не вызвал, рекомендую заезжать на него со стороны пляжа. Ну а я не особо стараясь выполнил это испытание на Mercedes GTR. Следующая выходка называется Hyde House. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 322 км в час. Здесь рекомендую взять какой-нибудь автомобиль X-класса с хорошим ускорением, так как сам радар находится после небольшого поворота. Ну а я прошел эту выходку на Porsche 918 Spyder. Последняя выходка называется Амблсайдский обрыв. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 300 метров. Ну и здесь вас ожидать ничего сложного не будет. Подойдет любой быстрый и маломальски управляемый автомобиль. Ну а я для прохождения испытания выбрал автомобиль Funko Motorsports. С испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Современная классика». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Ford Shelby GT500 13 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Ради чего все это?». Для его выполнения вам понадобятся дрэк-стрипы. А для прохождения испытания вам необходимо выиграть 3 заезда в дрэк-стрипах. Следующее испытание называется «Джимхана». Для его прохождения от вас потребуется набрать 1 миллион баллов за технику, то есть 100 тысяч с умножением на 10 с помощью специальной песни. Если потратить на этот автомобиль определенное количество очков, он будет отлично набирать очки техники за технику дрифт, последний момент и нежное касание. Последнее испытание называется «Максимум производительности». Для его выполнения вам понадобится заезд шоссейной серии и спринт в Лейкерском лесу. Но для прохождения испытания вам понадобится победить в этом заезде. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпический синий цилиндр и легендарную синюю футболку «Весельчак», а также легендарный автомобиль Auto Union Type D за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это Volkswagen Type 2 Deluxe Forza Edition за 650 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!